Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբայրն օրերս հարցաքննվել է ԱԱԾ-ում քննվող գործի շրջանակում։ ԱԱԾ-ից ազատության հարցմանի պատասխան փոխանցեցին, որ ամիսներ առաջ խարդախության հոդվածով ԱԱԾ-ում հարուցված քրեական գործի շրջանակում քննություն է տարվում քրեական օրենսգրքի այլ հոդվածներով, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերը, տուրքերը կամ պարտադիր այլ վճարումները վճարելուց, չարամտորեն խուսափելու, զենքի գործադրմամբ, կյանքի համար վտանգավոր միջոցներով և շահադիտական նկատառումներով մարդու առևանգում կատարելու դրվագներով։ Այս երկու հոդվածներով Սարգսյանին մեղադրանք չի առաջադրվել, նա շարունակում է մեղադրվել խարդախության մեջ, որն առնչվում է դեռ ամռանը Սարգսյանների տանը խուզարկությամբ հայտնաբերված Մարտիրոս Սարյանի գծանկարների գործին։ 2018-ի հուլիսի 4-ին ազգային անվտանգության ծառայությունը շուրջ 9 ժամ խուզարկել է Երևանի Թումանյան 11 հասցեում գտնվող Սարգսյանների բնակարանը, ինչից հետո Ալեքսանդր Սարգսյանը բերման էր ենթարկվել ԱԱԾ, ապա ազատ արձակվել։ Դրանից հետո ԱԱԾ-ն տարածած հաղորդագրությունում նշեց, որ Ալեքսանդր Սարգսյանը հարցաքննվել է որդու Նարեկ Սարգսյանի կողմից Մարտիրոս Սարյանի 14 գծանկարների հափշտակության մասին մեղադրանքների առնչությամբ։ Նշենք, որ 62-ամյա Ալեքսանդր Սարգսյանը, ով ավելի հայտնի է Սաշի կարունով, 2003-ից 2011 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր, մամուլը նրա անունը կապում էր բազմաթիվ բիզնեսների հետ, մեղադրանք առաջադրված չէ։ Армянский военнослужащий Арайк Казарян, находящийся в Азербайджане, просто заблудился. Об этом заявил в беседе с журналистами в Дилижане 13 августа министр обороны Армении Давид Танаян. Пока ведется расследование, но я лично думаю, что наш военнослужащий просто заблудился, заявил Танаян. Комментируя заявление азербайджанцев о том, что армянский военнослужащий пересек границу якобы из-за давления, оказываемого на него командирами, Танаян посоветовал не поддаваться азербайджанской пропаганде и не распространять подобные сведения. «Я внутренне убежден в том, что он заблудился», — сказал глава министра обороны. На вопрос о том, предпринимаются ли какие-либо шаги в направлении возвращения солдата, Танаян ответил, что работы начались, и они уже обратились в соответствующие международные структуры. На вопрос, а были ли у военнослужащего психические проблемы, министр ответил, это станет ясно в ходе работы, это тяжелый для нас случай, но думаю, что все будет хорошо. Призываю своих азербайджанских коллег приостановить эту информационную работу. Напомним, что 12 августа примерно в 12 часов дня военнослужащий одной из частей на юго-восточном направлении Арайк Казарян 2000 года рождения, при пока не выясненных обстоятельствах, покинул территорию части. Согласно азербайджанским СМИ, военнослужащий Казарян находится на азербайджанской стороне. Для выяснения обстоятельств ведется следствие. Сборная Армении стала победителем конкурса «Воин мира» в рамках армейских международных игр армии 2019. Министр обороны Давид Танаян отметил важность победы армянской сборной на соревнованиях, которые в этом году проходили в Армении. «Безусловно, приятный фактор для нас стала победа нашей команды. Для нас это первая победа в истории данного конкурса, а также в формате международных армейских игр», сказал Танаян на церемонии закрытия конкурса «Воин мира» в Дилижане. Принимавший участие в церемонии закрытия заместитель министра обороны России Андрей Картополов, в свою очередь, поблагодарил армянскую сторону за великолепную организацию конкурса, радушие и гостеприимство.
Прошедший в Армении конкурс «Воин мира» длился 14 дней. Он включал в себя этапы соревнований по боевой подготовке «Профессионал» и «Снайпер», военно-спортивные состязания «Атлет», интеллектуальный конкурс «Эрудит». В играх принимали участие сборные Армении, России, Казахстана, Белоруссии, Ирана и Греции. Премьер-министр Армении Никол Пашинян 10 августа после рабочего визита в Ширакскую область с целью открытия хлопчатобумажной фабрики в Маралике провел ночь в Гюмри. Рано утром Никол Пашинян в сопровождении супруги совершил экскурсию по достопримечательностям Гюмри. Визит в Гюмри премьер-министр представлял на своей странице в Фейсбуке под названием «О познании Родины. Воскресная прогулка по Гюмри», призывая всех прийти с семьями и увидеть Гюмри. В ходе прогулки к премьер-министру подошли жители города, сфотографировались с ним. Подобная культура весьма похвальна, когда первое лицо государства непосредственно общается с гражданами, пытаясь получить непосредственную информацию о проблемах, нечасто видимых из ереванского кабинета, о ситуации в области, о проблемах малого и среднего бизнеса. Другой вопрос, что подобные визиты должны быть свободны, так сказать, от туристической составляющей. Иными словами, у премьер-министра есть проблема инвентаризации имеющейся на местах проблемы с целью их краткосрочного или долгосрочного решения. Однако мы вернемся к этой проблеме по другому поводу. А пока пояснемся инцидента, зафиксированного во время визита Пашиняна, посредством которого известные круги попытались очернить премьера, невольно создавая сомнение, что эта непокорность не была спонтанной. Во время визита к Пашиняну подошла женщина по имени Марьям и назвала премьера лжецом. Она сказала, что никаких изменений в стране не произошло. Когда телохранители попытались отстранить женщину, Пашинян призвал не трогать женщину. «Все будет хорошо, не надо отчаиваться», – обращался он к ней. Позже к инциденту обратился Никол Пашинян, подводя итоги своей прогулки по Гюмри. «Мы получили очень большое эстетическое удовольствие. Сфотографировались, пообщались с гражданами, выслушали акцию протеста нашего гражданина. И я не исключаю, что будут еще акции. Думаю, что это очень важная составляющая демократического общества. Я заметил очень интересную вещь. Наша любимая соотечественница вначале говорила очень раздраженно, но когда мы начали ее слушать, она успокоилась. Я считаю, что очень важно, как бы мы ни относились к ситуации, представитель власти должен суметь выслушать, а потом подумать, почему этот гражданин жаловался», – сказал в своем эфире на Фейсбуке премьер-министр. Как видим, нет никакого повода очернять премьера, тем более, что в любой европейской демократической стране нет недостатка в подобных инцидентах. Даже политика самого демократического лидера не может удовлетворять всех граждан. И мы видели множество кадров о том, как Меркель встречают, бросая в нее яйца и помидоры. Главным в данной ситуации поведение самого лидера. Пашинян явно не обижается на подобные явления и пытается непосредственно обращаться к протестующим гражданам, вместо того, чтобы строить баррикады между властью и обществом. В конце концов, если гражданин осмеливается обозвать премьера независимо от мотива, это предполагает, что страна избавилась от атмосферы страха, порочной культуры по одождествлению руководителя и государства. Когда Серж Саркисян или Роберт Кочарян ехали в Гюмри, улицы второго города республики опустошались, чтобы освободить уши шефов от горечи кислых слов. Именно этим и отличается новая реальность от прошлых двух десятилетий. Избранного руководителя люди не боятся и могут с ним сфотографироваться.
и упрекать его. Когда известные круги тиражируют инцидент в Гюмри и не думают, что невольно рекламируют Пашиняна, представляя его в народном образе, который доступен даже для оппонентов, даже для несправедливо упрекающих. Армения была страной, где охранники президента жестоко убили человека за выражение «Привет, Роб». Армения стала страной, где премьер-министр делает замечания телохранителям, пытающимся отстранить оскорбляющего его гражданина.